сегодня в выпуске расскажу о предыдущем моем выпуске. Презентация моего One Man Project Angelo Brad с альбомом «Тысяча одна смерть» на Max Records 99 года. Потом расскажу о банде Coil и моем экспериментальном проекте, посвященном банде Coil. Затем расскажу о презентации гибких электронных барабанов на моем новом канале «Обзоры отзывы». Смотри. Затем презентация кассеты и переиздания 2017 года на Vibrio Chocolate Records. Затем я расскажу о команде Torino Park и отмечании 20-летия в этом году. И о будущем выпуске, об издании на Кульминес Рекордс. Смотри, и ты не пропустишь много интересного обо мне. Еще расскажу о своем сыне. Я приветствую Warhol и очередная серия Metal TV. Серия номер 147. В прошлом выпуске было не очень тебе слышно о том, о чем я рассказывал, потому что работал мой друг вентилятор. Вот. Так, в прошлом выпуске я рассказывал о своем издании Max Records 99 года. Вот, альбом «Тысяча одна смерть» One Man Project Angel of God. Этот проект уже не существует с 2000 года. Вот. Я рассказывал там, что там американец написал на Metal Archive, что проект активен, потому что в 2017 году он был переиздан. Вот. Например, вот на кассете он был переиздан на саблейбле Depressive Illusion Records Vibrio Chocolate Records. Вот. На кассете, кстати. Вот так она выглядит. Вот, кстати, я поставил сторона А. Этот трек называется «В камере смертников». Вот. Я его, помню, записал в августе. Ну, репетировал, понятно, сочинял, не помню сколько, а вот записал я этот альбом ночью в августе, помню. Да, вот это помню, что ночью писал именно здесь, в этом вот диапазоне, на своей студии Tascam. Порта 007, по-моему. Или порта 07, короче, она у меня стоит. Вот. А потом отдал человеку, и он почистил и... Не, ну свел дома, понятно. Потом отдал, он нарезал мне на болванку, на матрицу, да. Вот. Матрицы у меня, понятно, все есть. Это все копишь, понятно. Так. Вот. Что хотел сказать. Значит, вот сейчас мы слушаем. Тут 28 треков, 28 треков, и из них 20, последний трек, 28, это там две композиции, одна приходит в другую. Вот. А, точнее, 27 треков, на нем. А 27 треков, вот тут, ну. А вообще их 28. Это я все сам. Тут, значит, так все задумано, кстати. Это же «Тысяча одна смерть», тут как бы задумано, что тут тексты прилагаются, ну и как бы и читать прилагаемый текст людям с неустойчивой психикой, болезненным воображением, склоном к экзальтации и другим вещам. Смерть есть данность, надо ее воспринимать как таковую. Это вот эти. Жена, кстати, у меня была в 90-х годах, вот она у меня, книжка у нее такая была. Ну, я вот начитался книжки и придумал альбомчик. Тут, короче, использованы драм-машина Alesis, бас примоченный через Zoom 505, ритм-гитара и соло-гитара тоже через Zoom 505, и Metal Zone еще использовал здесь, вот. Какое оборудование. Ну и поезд 007 еще, да. Компьютера у меня тогда вообще еще не было.
что это было очень дорого и все такое. Ну, цифровая студия тоже дорого стоила. Вот, вот так вот выглядит издание 2017, переиздание 2017 года. То есть американец пишет, что якобы проект активен, но он уже не активен. Я вам в прошлом выпуске указал там слайд, что Эджиогад, РИП, 1990-й, 2000-й. И у меня вот на канале плейлист есть, посвященный этому проекту Эджиогад. И там внизу Эджиогад, РИП, 1990-й, 2000-й. И так я ухожу, у меня там на канале каждому моему проекту посвящены плейлисты. Ну, там кое-какие пустые еще, потому что надо туда найти ролики на канале уже существующие, туда бить. Вот. Либо смонтировать конкретный ролик по этому проекту. Может, что-то там нет. Возможно. Вот. Вот это ты слушаешь. Да, кстати, в прошлом выпуске я рассказывал про Coil группу. Да, вот. Вот помнишь, там вентилятор жужжал, да. То есть тебе еще повезло. Так бы вообще ни себя не слушал. Я, короче, взял, ну, то есть я пишу видео, потом я и сейчас тоже буду делать это. Я потом на компьютере с помощью программы Format Factory перевожу в Wave аудиодорожку с видео. И потом слушаю, как оно там. Если надо, я ее громкость увеличиваю, чищу там эти самые, если надо, щелчки, трески, шум. Вот. И тогда ты слышал вот как раз обработанное SoundForge и еще какой-то программе. Audition, по-моему, да. Я увеличил именно тембр, можно сказать. Точнее, громкости добавил. Потому что вообще было тихо. Вот. Ну, а что делать? Жарко было. Сейчас нашел 30 июня 2019 года. Погода шикарная. На градуснике всего 18 градусов. Класс! Офигеть. Вот. Так вот, я рассказывал, что про группу Coil. Да? Вот Coil. Я вчера самый вентилятор включал. Ну, конечно, в Coil там очень долго, на целый час трек длится. Ну, то ты можешь взять трек мой и поставить на, как он там называется, забыл, короче, на повтор. О, и слушать его вечно. Как-нибудь на неделю размещу. Подписывайся на канал, и ты будешь в курсе новинок. Так, это играет сейчас вот мой проект Эджиогад. 99 по 2000, это мой One Man Project. Тут только я сам исполняю все. Стихи, правда, в некоторых проектах я использовал. Ну вот, чужие, понятно. Вот это самое. Стихи тоже там у меня есть. Друг Джек Райтер. Вот он его стихи использовал. Так, кстати, про Coil мы разобрались. Ты увидишь ролик, который будет называться трек посвящается банде Coil. Вот. Ты услышишь и увидишь даже, короче, клипчик небольшой такой. Современный. Вот. Digital Max Cinema будет представлять, так сказать. Так, а вот я, кстати, хотел показать сегодня на моем канале обзоры и отзывы. Будет представлен ролик презентацией вот такой штучки. Купил эту штучку, сыну своему купил, да. Ну как бы, да, у меня сын есть, как бы, но он, ну короче, не важно. Купил сыну вот такую штуку, вот это самое, но он не хочет, он хочет на гитаре играть, как я. Вот, к сожалению. Вот такие дела. Вот тут палочки. Ну, та штука там он стоит. Вот палочки тут детские. Презентация этого будет. Это у
ударной установки. Ну, я ее использовал уже в создании 5-6 треков для проекта Freedom. Пропустил через Zoom G1X. Вот. Ну, еще там что-то придумаю. Короче, продаю. Вот. Покупал за 1100. Моя цена 1200. Торгуюсь. Нахожусь в Харькове. Вот. Если кто-то хочет купить своему сыну или еще чего-то. Кстати, хорошая штука для уличных музыкантов. Не надо ударную установку иметь. Надо поверхность с собой брать такую ровную. Подключил комбику. Комбик надо, правда, на батарейках, да. Вот. Подключил, палочки есть, и там гитарист со своим комбиком на гитаре. Там басист, может быть, кстати, тоже со своим комбиком. И играйте себе на улице. Я, кстати, вот в 2016 году в этой футболочке играл на улицах Харькова, Аскова, на Пушкинской, на Сумской. Вот. С девушкой, у нее были рыжие волосы. Вот. Кличку мне дали Джимми Хендрикс за то, что я играл металл. И все в металлической обработке. То есть там всякие... Я свою музыку играл. Кстати, хорошо зарабатывал. У меня где-то там есть... Я как-то, кстати, на каком-то канале обзорю отзывы, по-моему, или подслушано, подсмотрено, записано. Размещал этот самый, как его... аудиокниги, точно. На моем канале аудиокниги размещал часть моего ежедневника по выплатам. То есть вот мы там поработали, заработали. Ну, я что-то неплохо получал, 250 гривен. А почему дальше не продолжу? Потому что эта девушка предложила мне, когда похолодало, спуститься в метро. А я не захотел в метро. Там сквозняки. А я человек домашний, как бы, нахер оно мне надо, вот это. На улице еще как-то, ну, когда тепло, не так все-таки. А там переход, сквозняки эти, тех люди ходят, чихают, кашляют, все это, короче, пукают. Ну, короче, много нахер. Антисанитарные условия, мне такое не подходит. Так что вот, продаю. Новая штука. В идеальном состоянии, испробована мною. Вот. Я думал себе применить, думал, может быть, я там, кстати, ролик и сказал, думал, может быть, буду это учиться на ней. Ну, не знаю, пока не продам, учусь уже играть там. Ну, данной установки у меня своей пока нет. Хожу на репточку, арендую, так сказать, живую установку. Вот. Когда у меня тоже пока нету. Ну, на этой штуке пока, да. Пока потренируюсь. Вот, кстати, вот играет кассета. Так, значит, сегодня на моем канале обзоры отзывы, смотри ролик, посвященный вскрытию этой посылки, и там ты услышишь два, по-моему, трека, которые я сыграл палочками на, ну, вот этими палочками на этой штуке, да. Для ног там не очень удобные педали, конечно. Ну, конечно, они не полностью имитируют настоящую серьезную ударную установку. Ну, в принципе, привыкнуть можно. Вот. Так, что там еще там? Ну, слушаем, наслаждаемся. Вот. Одну сторону послушаем. Через неделю ты услышишь презентацию диска, изданного на Cool Mini Records, тоже переиздание. Тоже этот альбом, переиздание на Cool Mini Records. И ты услышишь продолжение этого альбома. Я сейчас послушаю сторону А полностью. А сторона Б будет уже диск поставлен. Ну, правда, не на этой штуке, потому что эта штука не читает современные болванки. Это древний аппарат, он читает только старые болванки.
чем-то они отличаются все-таки. Я почему-то не читаю. Прикинь. Поэтому я буду слушать на своей профессиональной аппаратуре, которая читает аудио, только аудиодиски, да. Вот. Ну вот. Какой же это трек уже, а? Ну, вот такая музычка прикольная. То есть это посвящена, полностью посвящена казням. То есть тут вот повешение, расстрел, расчленение, закапывание живьем, издирание кожи живьем, тут побивание камнями, расливание девственности, ну это через неделю. Кстати, есть на моем канале, я укажу в этом, в конце этого видео укажу ссылку на трек полностью «Сливание девственницы», да, вот, и там как раз фото этой кассеты будет, вот, кстати, я не буду фоткать, как бы, там вот есть фото этой кассеты, все, вот, ну, укажу еще на промо-альбом, вот этот вот, «Тысяча одна смерть», ну, вот, промо-альбом, бесплатная версия, чтобы для ознакомления. Ну и ссылочку на предыдущий мой ролик. Вот. Вот. Эту кассету я не продаю. Это у меня авторская моя одна кассета. Именно Vibrio Chocolate Records. Можешь купить ее за, по-моему, она стоит 6 евро, по-моему. 6 евриков 66 центиков. Ну, короче, 6, по-моему, 6 баксов она стоит, или 5. Вот, ну, я кассеты могу Max Records сделать, переиздать могу, конечно. Cyber Max Digital Records могу сделать, вот, переиздать, сделать обложечку новую. Хотя не буду, я слишком, это самое, ну, и продавать их по 150 гривен. Так сказать, есть у меня матрицы, что это ж я автор, вот, могу на кассету записал, и вперед, и на продажу, пожалуйста, не вопрос, сделаем. Вот, и тут получается идет музыка, и идет тексты говорят о том, что происходит с человеком, когда ему там, ну, там смертельная инъекция, например, что с ним, что с его организмом происходит. Вот. Все это тут есть. Вот, это, по-моему, «Поение вином». Так, я вот уже давно не слушал. По-моему, это «Поение вином», да. Это, по-моему, придумали при Иване Грозном. Поили вином, потом охмелевшему преступнику завязывали руки, ноги, он лежал, и перевязывали член. И он хотел поссать и не мог поссать. И наливали ему еще винца. Ссать охота, блин, а поссать нельзя. Вот, бля, вот такая казнь жуткая. Ой, Иван Грозный был, пиздец. Злой дядя был. Не, ну тут есть, кстати, про Саддама Хусейна казнь, да. Ну тут услышишь в следующем. В следующей серии на презентации этого альбома на Culminus Records. Это московский саблейбл Rigorism Records. Вот. Вот. На Бандкампе что-то они поудаляли, что-то у них там после вот этих санкций всяких, что-то у них там произошло, и они не очень хотят сотрудничать с Украиной, с нами, то есть с украинцами, да и вообще со всем миром, наверное, только российские там, наверное, на Бандкампе можно послушать. Ну, может, и такое, и мои альбомы можно будет, ну, не знаю.
Так что можешь либо купить, либо это самое. А у меня, кстати, вот этот авторская одна кассета, да, Vibrio Chocolat Records. Значок. И это украинский лейбл, да. Находится в Рибно. Вот. И авторский диск один. В одном экземпляре у меня Ульминис Рекордс. И последний на продаже, я в прошлом выпуске говорил, диск 99 года, последняя копия Макс Рекордс, 250 гривен. Я выставил его на Оула X. Следующий тираж я буду делать, возможно, даже на Cyber Magazine, скорее всего. Переиздам, может быть, там, не знаю, я подумаю, может, 50 копий сделаю. Вот. Цена будет уже, это же переиздание, дешевле, конечно. То ж первопресс, блин, 99 года, поэтому цена 250 гривен. Тут будет стоить, может быть, гривен, не знаю, 100-150, возможно, так вот. Может, 200, но... Если кассета 150, тогда диск 200 будет стоить, вот точно так же. Сделаем так, как надо, чтоб был смысл. Вот, что еще там рассказать там, а? Что еще рассказать? А, могу рассказать, какие у меня проекты сейчас активные. Это... А, кстати, уже закончилось. Стояна. Ну, все. Пока-пока. Услышишь в следующем выпуске, какие проекты у меня активные. Ну, могу сказать, что... А, кстати, о моем проекте Torn Apart. Басиста я уже нашел. Так что состав полный. Вокалист и ритм-гитарист, барабанщик, соло-гитарист и басист. Все. Никого я уже не ищу. Готовимся к отмечанию 20-летия проекта Torn Apart, который будет отмечаться в клубе LF, там где Юшка, клубки, кто не знает. Вот. 23 ноября 2019 года. Приходи, 20:00. Будет жестко. Будет специальный гость, пока секрет кто. Вот. Пока-пока.